Непривычные прилавки появились в двух магазинах Ленска, откуда можно взять бесплатно продукты. На полках находятся продукты, предназначенные для тех, кто в силу определенных обстоятельств не может позволить себе совершить те или иные покупки. Основные потребители – пенсионеры и многодетные матери. О мотивах благотворительности нам рассказала инициатор проведения акции, администратор WhatsApp-группы «Добрые дела» Ксения Быкова. В Ленске пока только два предпринимателя отозвались на предложение организаторов акции установить в своих магазинах так называемые полки взаимопомощи. Уже около недели неравнодушные ленчане пополняют полки свежими продуктами первой необходимости. Ну, я считаю, что каждый пенсионер, каждый нуждающийся, каждый человек, нуждающийся в этом, я считаю, что он принес заслугу, да, свою, благодаря кому, допустим, мы здесь сегодня на данный момент существуем, живем как-то. Ну и вообще помогать – это же хорошо. Изначально идею этой акции озвучили участники WhatsApp-группы «Добрых дел». Это сообщество было создано по благословению на добрые дела настоятелем храма святителя Иннокентия, отца Анатолия. А администратор группы – молодая и активная девушка Ксения Быкова, как постоянный и уже опытный организатор подобных благотворительных акций, взяла дальнейшую организацию в свои руки. Помогли в этом Ксении, конечно же, отзывчивые предприниматели и прихожане храма, которые положили первые продукты на полку. Я надеюсь, что этот эксперимент в Ленске приживется, потому что в Ленске есть семьи, которые нуждаются в помощи, и не всегда они могут позволить себе даже какие-то элементарные вещи. Приходится им выбирать между хлебом и молоком, например, что купить. Есть семьи с многодетные семьи, есть семьи, где родители, например, инвалиды. Ну, мало ли какие ситуации, в принципе, могут возникнуть, кому может понадобиться помощь. Но также важно, конечно, чтобы люди с добрыми сердцами не позволяли этим полкам пустовать. Первые дни акции показали, что в Ленске довольно много неравнодушных жителей. На социальную полку очень много желающих, ложат продукты, все, и желают, ну, много очень желающих, даже молодежь, и, а в основном такие от 30 до 45 лет, вот, все такие, возраст такой. Все ложат, покупают, деньги не жалеют, молодцы. А это значит, что благотворительная акция набирает все большую популярность, и она обещает быть постоянной. Вполне возможно, что социальная полка для неимущих в скором времени появится и в других магазинах нашего города. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.